Экспериментальный Proof of Stake протокол эфириума может быть запущен в ближайшее время. Разработчики эфириума планируют использовать новый код Proof of Stake для тестового сетевого протокола Casper. Об этом объявил основатель эфириума Виталик Бутерин на встрече разработчиков ядра эфириум. Он отметил, что код протокола Casper, написанный на Python, позволит повысить безопасность тестирования, в котором будут принимать участие и клиенты. Разработчик Питер Селаджи говорит: «Если мы действительно планируем внедрить Casper в рамках возможного хардфорка, то необходимость его тестировать уже назрела.